Аббас, давайте начнем с вами с грядущих выборов в России. Каких сюрпризов можно вообще ожидать от этой президентской кампании? И вообще можно каких-то сюрпризов говорить в России? Или там все идет по плану, как и СВО, и все, что многовеково уже устоялось? И почему вот Путин до сих пор оттягивается официальным этим объявлением о старте президентской кампании? Ну, делать какие-то далеко идущие выводы по поводу того, что вот он, исходя из того, что он оттягивает, как вы говорите, я бы не стал. Строго говоря, выдвижение юридически, оно должно осуществляться уже после объявления кампании, официального объявления кампании. Кампания будет, стартует где-то во второй декаде декабря. Ну, там же законом же определены сроки, там же не то, что, знаете, там, когда хочу, тогда и делаю. Вот. В соответствии с законом срок это вот вторая декада декабря. И после этого начинается период выдвижения. Поэтому можно смело откладывать выдвижение до конца декабря и даже до первой половины января. В целом Путин вообще любит все делать в последний момент, так сказать, держать всех в напряжении. Вот. Это в этот раз почему-то появились анонсы кремлевские, да, самими кремлевцами делаемые, что якобы он объявит о том, что вот он выдвинется 4 числа. Да, действительно не сбылось. Да, но это все-таки пока не приперло, что называется. Пока вот до дедлайна еще далеко. Поэтому чего уж они там откладывают, я не знаю. А что касается сюрпризов, то смотрите, если... Тут смотря с какой стороны посмотреть. Вот если смотреть через призму того, что в стране репрессии полностью подавлено инакомыслие и нет никаких инструментов воздействия общества на электоральную машину, ну, никаких сюрпризов быть не может. Вот сколько хотят, столько и нарисуют. Оппозиционеров не зарегистрируют, ну, таких реальных, да, зарегистрируют там каких-нибудь мурзилок, которых сами захотят. Вот. И потом нарисуют там Путину, захотят 70, захотят 80, захотят 90. Они в последние годы сильно меняли избирательное законодательство, ограничивая возможности общества, оппозиции контролировать подсчет голосов и вообще влиять на ход голосования. Да? Появилось электронное голосование, совершенно неподконтрольное, непрозрачное. Вот. Сильно ограничены права наблюдателей. Вообще вся политическая поляна зачищена, так сказать, те, кто не уехал, те сидят, те, кто не сидят, те вынуждены молчать в тряпочку. Вот, поэтому вот если смотреть через эту призму, то сюрпризов не будет. Но вот можно посмотреть с другой стороны. Идет война, и пока никаких особых успехов российская армия не демонстрирует. И если исходить из того, что война может преподносить сюрпризы, а она периодически это делает, за полтора года немало было неприятных сюрпризов под Харьковом, под Херсоном, крейсер «Москва», Крымский мост, Пригожинский мятеж. Вот. И если вот эти вещи произойдут в момент, когда, так сказать, там избирательная кампания или там в момент, когда идет подсчет голосов, то тут ситуация может очень сильно измениться. Дело в том, что ведь вся та машина фальсификации итогов голосования, она работает за счет бюрократического аппарата. А бюрократический аппарат, его особенность такова, что в ситуации, когда исход не предопределен, когда появляются какие-то новые приходящие обстоятельства, его парализуют. Так, например, его парализовало во время Пригожинского мятежа. Ведь ну, буквально ни одна собака не вышла, так сказать, на защиту родного президента. Все силовики разбежались, просто попрятались. Значит, чекисты ростовские заперлись в своем управлении, передали Вагнеру месседж, дескать, давайте так, делайте, что хотите в Ростове. Нас главное не трогайте, ну, то есть здание наше не штурмуйте, мы тут сидим, мы вам не мешаем, вы нас не штурмуйте. Ну, поскольку Вагнер, так сказать, не ставил перед собой задачу уничтожения там, системы в целом, да, он играл в рамках системы, хотя и против правил. Но он сказал, окей, сидите там. И вот они сутки там сидели, запершись, так сказать. Портки стирали, извините за выражение. Вот. И то же самое было с Росгвардией, когда Вагнер пошел дальше на Москву. То же самое было с МВД. Министерство обороны там, да, отправило несколько вертолетов после того, как вагнеровцы их сбили. Тоже попрятались.
Вот. Единая Россия, значит, у которой там, как она сама с гордостью рассказывает, миллионы членов, хотя бы миллионы из этих миллионов вывела бы на улицы. Вот, да, могли же провести на улицах российских городов массовые митинги в поддержку родного президента. Когда-то в 2016 году, когда турецкие военные попытались свергнуть Эрдогана, значит, десятки тысяч турок высыпали на улицы. И не то, что просто митинговали, они там буквально танки своими телами останавливали, многие погибли. Вот, вот, то есть было видно, что Эрдоган опирается на что-то, есть какая-то поддержка в обществе. А в случае с Путиным все попрятались по своим домам, Путин выступил утром, исчез тут же, улетел куда-то. И все, и потом выясняется, что все это время страной рулил Лукашенко. Да, то есть своих кризисных менеджеров не нашлось, пригласили главу Беларуси. Вот, и, короче, вот это я к чему. Я просто напоминаю, вот, как это бывает. И если вот такие вещи будут происходить, а они не в руках Путина, так сказать, да, не от Путина зависит, вот что принципиально важно понимать. Путин, начав войну, начав вот этот раунд конфронтации с Западом, очень сильно расширил спектр игроков, число игроков, которые влияют на предвыборную ситуацию в России. Раньше на предвыборной ситуации влияла российская оппозиция, да, и российская бюрократия. Они вот между собой боролись. А теперь появились ВСУ как фактор внутренней политики российской. Там, я не знаю, Русский легион, да, американцы. Вот возьмут они там массово, я не знаю, F-16, например, да, поставят Украине, значит, в разгар избирательной кампании. Да, и вся путинская кампания рассыплется. Он там будет что-нибудь рассказывать про... Значит, как, про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, вот, пытаясь внушить избирателям, так сказать, чувство уверенности в завтрашнем дне. А тут F-16 там расстреливают российские позиции, например. И все, вся компания псу под хвост, так сказать, да? Поэтому вот смотря с какой стороны посмотреть. То есть, с одной стороны, посмотреть, все у них нормально, а с другой стороны, неожиданности всякие возможны. А вы скажите, а кто может еще, кроме Путина, выдвигаться в президенты? Кому дадут это сделать в этот раз? Потому что все, которые яркие какие-то персонажи, личности и могли ему составлять конкуренцию, так называемую конкуренцию в России, они или умирали, или погибали, или исчезали, или просто их сажали в тюрьму. Ну да, ну кто-то уехал. Есть сильные игроки за границей. То есть, ну, если, допустим, тот же Гудков выдвинулся бы, если бы он был зарегистрирован, я вот как политтехнолог, я не сомневаюсь, вот если бы выборы были более-менее честными, не абсолютно честными, но более-менее, да, он бы выиграл у Путина. Прям вот гадалки не ходи, легко. А, вот, поэтому, но это нереалистично. Гудкова никто не зарегистрирует. Несколько дней назад Волков, значит, один из главных соратников Навального, он на своем YouTube-канале сделал хорошее такое видео, там минут на 15, да, про то, как собрать подписи в поддержку оппозиционного кандидата. И он очень хорошо там расписал, очень технологично, расписал то, что, ну, доказав, по сути, что как бы невозможно. То есть само законодательство российское отстроено так, что зарегистрирован кандидат, которого Кремль не одобрил предварительно, ну, он просто не может физически. Это невозможно. Вот, поэтому будут зарегистрированы те, кому позволят это сделать Кремль. Значит, будет зарегистрирован Зюганов от КПРФ, ну, то есть вся парламентская так называемая оппозиция, которая теперь уже вовсе не оппозиция после начала, значит, войны, там, Зюганов, Слуцкий из ЛДПР, может быть, Миронов из «Справедливой России», Нечаев из «Новых людей». Вот, ну, то есть люди, которые, ну, просто фоном выступят, да, чтобы формально требование многопартийности, да, было соблюдено. Главный вопрос, главная интрига – это будет ли выдвинут кто-то из кандидатов антивоенных. Потому что кандидат против войны, вот он, это такая вот, это камень преткновения. С одной стороны, если такого не зарегистрировать,
то выборы будут работать не на легитимизацию Путина, а наоборот на его делегитимизацию. Понимаете, главный вопрос о войне – это главный вопрос российской политической повестки. И вот, а кандидатов антивоенных у тебя нет. Ну, то есть, кого ты не возьмешь, там, Путин за войну, Зюганов за войну, Нечаев за войну, Миронов за войну, Слуцкий за войну, все за войну, ни одного антивоенного, да? То есть, по главному вопросу политической повестки у людей даже и выбора как-то и нет, да? Ну, то есть, если ты против войны, то у тебя нет просто кандидата. И это, конечно, очень сильно поможет формированию ощущения, которое без того у людей есть, да, что нас надуривают, что ну, нас вообще просто за лохов, извините за выражение, держат. А, вот. И это сработает не на легитимизацию режима, как должны работать выборы, а наоборот, на просто добьют его легитимность. И поэтому Кремль всерьез обсуждает, не выдвинуть ли нам какого-нибудь антивоенного кандидата, чтобы формально, так сказать, он в бюллетене присутствовал, но при этом никаких траблов не создавал, чтобы проблем с ним не было. Вот, чтобы, когда мы ему нарисуем, там, условно говоря, 3 или там, 5%, он, так сказать, не баламутил, как Навальный, значит, во время выборов мэра Москвы, например, там, призвал своих сторонников выйти на улицу, да, и они вышли, и там Москва встала на уши. Вот. А чтобы он признал, так сказать, поражение. Ну, или сказал там, да, вот есть ряд нарушений, я пошел в Центр избирком, я пошел в суд. Ну, и все, вот, так сказать, спустить это в канализацию, да, там, в долгую процедуру. И вот такой кандидат, он, ну, строго говоря, в принципе, Кремлю, конечно, нужен. То есть тогда, ну, люди уже не смогут сказать, что, значит, их там обманывали. Вот вам дали, условно говоря, Надеждина там обсуждают, да, или там Явлинского. Вот мы вам такого кандидата дали, вот, значит, зарегистрировали его. Вы могли за него проголосовать, за него проголосовало 3-5%, грош цена вашим антивоенным настроениям. Все рассказы о том, что, значит, нация небывало сплотилась вокруг Путина и поддерживает СВО, получили эмпирическое, так сказать, подтверждение, да? Вот у Путина 80%, у Надеждина там или у Явлинского, который против войны там, и 8% нету, да? И, ну, прям отличный сценарий, да, прям сказка. Но тут есть один риск. Черт узнает, а вдруг эти ребята отморозятся и начнут, ну, там, 3 месяца избирательной кампании вообще-то, да? Значит, ну, там, 2,5, да? Значит, и они много чего наговорить за это время могут. Да? И если даже мы сейчас думаем, что мы их контролируем, а там случится какой-нибудь, условно говоря, Харьков, Херсон или Пригожинский мятеж новый, и выяснится, что мы их не контролируем. Ну, Пригожина же тоже думали, что контролируют. А потом опт. И здесь тоже риск возникает. А если он, значит, пойдет в разнос и начнет всерьез критиковать, так сказать, ну так... значит, за него реально пойдут, как за Тихановскую будут голосовать. Да? Лукашенко тоже думал, что за Тихановскую никто не проголосует на входе. А потом выяснилось, что проголосовали еще как. Потому что ну, антирейтинг у Путина в целом, вот это само желание у россиян ну, все это закончить поскорее и поменять, оно очень сильное. Да, хотела вас спросить, как насчет действительно самой поддержки, то есть у Путина рейтинги в последнее время. Все смотрите, реально. Израиль, все, что происходит. Реально, Израиль мало влияет на российские рейтинги. Это, как говорится, что Инги Куба? Это далеко. Вот. Ну, там какое-то количество идиотов дагестанских, они там, конечно, могут там воду побаламутить, но это сильно вторично. Это не фактор, который влияет на предвыборные расклады в России. Да. Ну, слушайте, Израиль с Палестиной вообще все время воюют. Вот, там уже несколько поколений россиян выросли, да, состарились уже, там, на пенсию вышли. Да, а там все воюют до бесконечности. Вот, поэтому россияне к этому привыкли. Это история, вот то, что мы видели, это следствие там, истерики, которые государственные СМИ устроили. Ну, опять же, ну что там, ну, на несколько... сот человек там события, да, в масштабах страны 1,5 миллиона населения, но это ни о чем. Вот. Реальный электоральный рейтинг Путина сейчас, с моей точки зрения, составляет ну, не более трети, да, максимум 35, например.
Вот. Но самое главное, что и эта треть, она тоже лояльна достаточно условно. Вот твердокаменных путинистов, людей, которых не за зарплату, так сказать, да, не тролли там вот в социальных сетях, которым деньги платят просто. Вот. Не чиновники, которые наживаются на этом, а вот искренне поддерживающих его избирателей сейчас очень мало. Ну, то есть счет идет там, не знаю, на 10-15%. Вот. Это все война с Украиной повлияла, то, что это эти все события? Да, да, в значительной степени война. Ну, то есть надо понимать, что в целом процессы эрозии уже шли. Электоральный рейтинг Путина, чтобы вы понимали, упал с 76%, когда он находился, это данные ФОМ, Фонда общественного мнения, в 2015 году. 76 до 45 в январе 2020 года. После января 2020 года последний раз зафиксировали 45. А, и, ну, там плюс-минус один, может быть, я сейчас точно не помню, 44 или 45. А, и все, после этого ФОМ объявил, что он больше не будет мерить эту цифру. Ну, мерят, конечно, да, но в Кремль докладывают, но публично не публикуют. То есть, смотрите, падение, оцените, 76 до 45. Собственно, война-то Путину для того и понадобилась, чтобы остановить этот процесс. А ему нужно было, ну, то, что называется маленькая победоносная война. То есть он когда-то справился с проблемой Болотной площади с помощью вот этого «Крым наш». Вот эта делегитимизация, которая вот манифестировалась, так сказать, в событиях на Болотной площади, она была, эти процессы остановлены и обращены, так сказать, вспять с помощью вот этого события 2014 года. Ну, то есть удалось полностью переключить внимание россиян с внутренней политики на внешнюю, да, вот этот фактор там победоносности, так сказать, Россия встала с колен, там, да, вот это вообще, ну, то есть сама по себе эмоция победы, там, быстро, бескровно. Крым, да. Вернулся в гавань. Ну, смотрите, сам по себе Крым, он вообще россиянам не уперся, строго говоря, да, вообще не нужен. А у России что, земель мало, что ли? Ну, я понимаю, Израилю там прибавить, или там Японии, да. Вот, нет, это Крым был ценен как доказательство того, что там, типа, мы стали с колен, там, мы, значит, великая мировая держава, теперь все будут с нами считаться и заживем, так сказать, да. Вот, россияне ждали, что все это конвертируется в рост уровня жизни, а уровень жизни начал падать. Ну, он падал, на самом деле, где-то в 2009 года, как вот кризис 2008-2009 года случился, да, и с тех пор он постепенно снижался. Ну, вот, он потом привел к, ну, отчасти там много факторов, но один из них, там, да, вот это падение уровня жизни, привели к Болотной, падение путинских рейтингов, еле-еле он переизбрался в 2018 году, ой, извините, не в 2018, в 2012 году. Вот, и потом вот эти процессы эрозии он остановил с помощью «Крым наш», да, и рейтинги взлетели, а все вот эти процессы делегитимизации были приостановлены. Но к 2020 году стало очевидно, что где-то к 2018 году на самом деле этот эффект себя исчерпал. То есть он продержался, ну, вот года так, 4, вот, и начал себя исчерпывать. И в 2020 году рейтинг уже вот с 76 упал до 45. После этого, значит, ФОМ вообще перестал все это мерить. Ну, рейтинг продолжал снижаться там по косвенным признакам судя. И, значит, чтобы, и, ну, и впереди маячили вот эти выборы, значит, да, 23-го года, и, ну, они были уже такими сложными, то есть рейтинг меньше 50, это уже серьезно. И самое главное, россиянам была уже неинтересна внешняя политика, они от нее устали, да, и поэтому они вот этот внешнеполитический имперский дискурс, так сказать, начали потихоньку отторгать. Я напомню, что за 3 месяца до начала этой самой СВО Левада-центр время от времени меряет отношение россиян к разным странам и разным народам. Так вот, значит, постепенно отношение их к американцам и украинцам, самым злейшим, так сказать, их врагам, постепенно улучшалось. И к ноябрю-декабрю 2021 года, вот за 3 месяца до начала СВО, да, даже там 2,5 месяца, значит, и в случае с Украиной, и в случае с Америкой, произошло качественное изменение. Большинство заявило, что они относятся и к украинцам, и к Украине, и к американцам, и к Америке хорошо. Да? То есть до этого там большинство было против, ну, негативно к ним относилось, а тут вот большинство вышло сюда наверх.
То есть в целом эрозии власти вообще размывали, ну то есть процессы эрозии власти вообще шли вовсю. И вот Путин решил повторить трюк 2014 года. Опять, дескать, такая маленькая победоносная война, и за три дня, да, и опять вот все то же самое. Взвесь, развесь, так сказать, знамена там, триколоры российские. Вот, ну, и тут нашла коса на камень. То есть в какой-то момент, когда все началось, российское общество, конечно, там было шокировано происходящим. Конечно, ну, то есть как, там, война с Украиной, бомбим Киев, безумие какое-то, да. Но поскольку все это сопровождалось массовыми репрессиями, то есть сразу же, как напомню, как только началась СВО, начались массовые протесты. Хотя до этого хребет протестов, казалось бы, за год до этого был сломан напрочь, когда Навального арестовали, да, там, напомню, россияне несколько раз массово выходили на улицу, там, счет выше, чем на улицу, шел на, значит, многие десятки тысяч, за сотню тысяч переваливало там в какие-то моменты. Да, вот протестовала глубинка, вот это то, что отродясь не было. То есть такие там совсем маленькие городки в Сибири, где-то на Дальнем Востоке, там люди на улице выходили в поддержку Навального, да. Ну, то есть Россия реально такая вот начинала просыпаться. Да, и тогда, ну, протест подавили крайне жестко. Там на протяжении месяцев после этого людей, значит, арестовывали, там, ну, то есть камеры вот эти уличные наблюдения, да, там потихонечку, так сказать, расшифровывали, там, искали людей. Проходил месяц, другой, третий, хлоп, тебя берут за протест, в котором ты участвовал 3 месяца назад, и уголовное дело. Вот. И когда прошли, за полгода до начала войны, прошли выборы в Государственную Думу, они были очень жестко сфальсифицированы. Единая Россия, ну, дорисовали, вот, согласно моим оценкам, ну, почти половину голосов, чуть меньше половины. То есть реально она набрала там 25-28, а ей там нарисовали, значит, по 50. И, значит, Левада-центр тогда, кстати, зафиксировал, что... На вопрос, верите ли вы результатам этих выборов, половина сказала верим, половина сказала не верим. То есть половина населения страны не верит результатам выборов. Чудесно. Но протестов не было вообще. Ну, то есть от слова там zero почти, да, было несколько акций на буквально несколько сот человек в Москве. Их там жестко тоже запрессовали. Все, люди не вышли. То есть по сравнению с тем, что было во время Болотной, когда тоже думские выборы были сфальсифицированы, ну, ни о чем, да, и тогда... Ну, я решил, да, что все, хребет протесту на какое-то время сломан, так сказать, несколько лет пройдет, прежде чем он возродится. И тут, когда начинается война, вдруг в первый же день реально десятки тысяч человек выходят, ну, в первые дни, да, выходят на улицы. В Москве все КПЗ были просто забиты, людей некуда было, арестованных некуда было размещать. Их везли в область, там, в соседние регионы с Москвой. Вот, набивали там в камеры как селедок в бочке. В общем, ну, задавили протест. То есть, сам по себе шок от того, что там началась война, да, плюс еще, значит, репрессии. И все это, конечно, погрузило российское общество вот в такое состояние гроги, знаете, такое нокдаун, когда поплыл, вообще ничего не понимаешь, что происходит. И в этот момент, если бы Путин, не буду идеализировать россиян, если бы Путин победил, если бы это было повторение Крыма, то вот из этого состояния шока с помощью пропаганды и репрессий они бы снова вывели страну в состояние эйфории, да, Крым наш 2. Не такое сильное было бы, сильной такой эмоции бы не было уже, но все равно было, ну, все равно, конечно, рейтинги бы взлетели. А все-таки, если критически предположить, что Путина нет, насколько в Кремле есть какой-то запасной сценарий, насколько готов какой-то преемник? И не, кто вот это вот смотрите, не-не-не, это как раз особенность вот таких персоналистских режимов. Преемник есть, когда это такая, допустим, ну, вы знаете, политологи выделяют разные типы авторитарных режимов. Если, допустим, это хунта военная или однопартийный режим советского типа, там преемник может быть. А вот персоналистский режим, где все держится на личности, не на институтах каких-то, да, а на личности, вот, в такой ситуации преемник, его априори не может быть, понимаете? Там все молятся на вождя, и сама мысль о том, что
ну, вождь может уйти, она должна вызывать у людей там шок. То есть, по идее, там Путин вызовет, он кого-нибудь скажет, так вот, если я уйду, то ты будешь моим преемником. Ну, там, если преемник согласится, скажет, окей, спасибо за доверие, вождь, я согласен, это будет начало моего конца. То есть тут же все остальные начнут бегать к Путину со словами: смотри, он уже вот здесь вот так себя повел, здесь не так посмотрел, здесь он уже там, так сказать, тебя хромой уткой вождь делает, он уже, он уже черт знает кем себя вообразил, да? Он же как Хрущев, то есть Хрущев дождался смерти Сталина и потом сделал десталинизацию, а этот уже заранее готовится, так сказать, да? И они все, эти же сатрапы, они такие диктаторы, значит, слегка крейзи, они никому не верят, они, велик шанс, что в конце концов он в это поверит, и он сам этому своему преемнику голову оторвет. И преемник это прекрасно знает. Поэтому если царь ему скажет, ты будешь преемником, этот преемник тут же бухнется в ноги, станет рыдать, обнимать его ноги, коленки, так сказать, целовать их. Совершенно искренне, потому что ему страшно будет. А он будет понимать, что он закончит, как Киров в случае со Сталиным, да? И поэтому он, нет, отец родной, там, даже не, мы без тебя, куда ты что там, только на тебе все держится. Поэтому... уже не 40 лет, все-таки не 40, не 50 лет, не 60 лет, сколько еще он сможет сидеть в кресле, сколько он может даже жить теоретически. То есть все равно должна же дальше какая-то быть продолжение, какая-то линия идти. Или там будут до последнего даже... Еще раз, невозможно никакого продолжения. Ну, в конце концов, 71 год, вот допустим, даже Путин, решил там какого-то преемника нашел, да, сказал всем, мужики, значит, вот они к нему бегут, пытаются преемника дискредитировать, он говорит, мужики, слушайте, ну что, в конце концов, действительно, ну все то, что вы сейчас сказали, да, мне уже не 60, мне уже за 70, так сказать, пора подумать о будущем, долго ли я протяну, так сказать. Ну так они ему скажут, посмотри на Хаменеи, аятоллу иранского, 84 года. Ты мальчик по сравнению с ним. Посмотри на Махмуда Аббаса, президента Палестины. Ему, если не ошибаюсь, 87, что ли, там. Ну, что, может, 86, ну, по-моему, 87. Вот. Ты еще там 20 лет можешь править. И все, и как бы, и что тут возразишь? И действительно могу еще долго править. Ну, то есть один срок смело могу еще отсидеть. Зачем мне сейчас преемник? И все, поскольку эти рассуждения теоретически возможны, они и будут доминировать, да, и поэтому сама мысль о том, что можно стать при Путине преемником, она кощунственна. Там все построено на обожании Путина, целовании, вот помните, как песня-то была там, да, целовать песок, по которому ты ходила, ну вот они этим и занимаются, там целуют песок, по которому он ходит, и поэтому... Преемник, вот кого-то уничтожить сейчас, это вот запустить тему, что он претендует на преемничество, так сказать. Вот, поэтому нет у них сценария на случай, не может быть сценария на случай ухода Путина. Как только кто-то начнет этот сценарий прорабатывать, тут же Путину на стол ляжет. Владимир Владимирович, он, по-моему, тебя свергнуть собрался. Он прорабатывает сценарий, когда ты ушел. Хотя, смотрите, я вот это все говорю, да, а на самом деле я сейчас сам себя опровергну, потому что два месяца назад, нет, ну где-то полтора, наверное, месяца назад, в начале осени был очень странный опрос в ЦИОМ. Значит, его результатов в публичном пространстве не было, он проводился, это был закрытый опрос, ну проводился, есть все основания предполагать, по заказу Кремля, в ЦИОМ кремлевский подрядчик. Я об этом узнал просто потому, что мне мои подписчики, зная, что я занимаюсь российским общественным мнением, когда они попадают в выборку каких-то социологов, да, ТОПЦОМ, ФОМ, Левада, даже другие какие-то, они мне пишут, ну, дескать, вот звонил такой-то, задавали такие-то вопросы, поэтому я часто бываю в курсе тех опросов, которые они проводят. Так вот, в начале осени появился очень странный, два странных вопроса в ходе одного из опросов в ЦИОМовских. То есть он постоянно проводит опросы, но появились
Два странных вопроса, которых там до этого никогда не было. Первый. Путин, значит, как вы думаете, если Путин уйдет, это улучшит ситуацию в России, ухудшит ситуацию в России, или ситуация в России не изменится? И второй вопрос, как вы думаете, Путин, значит, кто может заменить Путина? Кто может прийти на смену Путину? И это была, конечно, вот в силу того, о чем я выше сказал, что невозможно просто обсуждать тему ухода Путина, не получив сразу же обвинения в том, что ты этот уход готовишь, что это часть заговора. Вот. Я, конечно, мягко сказать, обалдел, когда это увидел. Мне это подтвердило, я об этом написал, пара человек мне еще подтвердили, что да, мы тоже попали в эту выборку. То есть не один человек, а три мне человека это подтвердили. Значит, да, такие вопросы задавались. Вот, и я, в силу, опять же, того, о чем я сказал выше, что невозможно такие вещи проводить без согласования с начальством, ну, я исхожу из того, что эти вопросы там появились, потому что Кириенко это согласовал с Путиным. Ну, то есть никто не посмел бы поставить такие вопросы, не проговорив тему с самим Путиным. И дальше у меня были варианты. То ли реально Путин готовит вариант с преемником, не исключая для себя на всякий случай. Пытаются понять, что к чему. То ли они пытаются понять, как общество отреагирует на тему ухода Путина, потому что продумывает вариант, с такой игрой, с таким спектаклем, типа Путин говорит, я устал, я ухожу, и все россияне бросаются ему в ноги, кричат, отец родной, не уходи, и, так сказать, возвращают его на царство. Путин очень любит архаику, да? Вы можете почитать, как это было у Ивана Грозного, например, когда он уехал в Александровскую Слободу, и как после этого, опричнина после этого, собственно говоря, развернулась, когда его вернули во власть. То есть он сказал, я ухожу. Бояре против меня интригуют, так сказать, я против народа ничего не имею, сами живите. Уехал в Александровскую Слободу. В итоге народ бухнулся к нему в ноги, шествие там, и бояр потащили за бороды туда, и все священники приехали, да, царь, батюшка, не оставляй, вернись, на кого-то нас покинул. Вот, и он сказал, окей, беседер, возвращаюсь, но тогда уж, не мешайте мне разбираться с изменниками. И все сказали, да, конечно, конечно, отец родной, только вернись. И после этого он опричнину и учредил, то есть заручившись, поддержкой, да. Ну вот, то ли он такой спектакль, или у Годунова такая история была, да. Ну, то есть встречающийся в истории сценарий. А Путин очень любит, повторюсь, такую архаику. И я подумал, может быть, они вообще такой сценарий готовят, да. Но тут очень важно, если ты решил готовить такой сценарий, такое шоу, тут очень важно, просчитать заранее, чтобы не получилось, что ты скажешь, я ухожу, и люди вдруг начнут не то, чтобы там просить, вернись, да, отец родной, а наоборот, фейерверки, так сказать, праздник, да, как говорят, на похоронах тещи там гуляли, два баяна порвали, да, вот, то есть надо прощупать, что люди скажут, вот, и, возможно, люди сказали такое, что Кремль решил, его к черту, не будем такие спектакли разыгрывать, от греха подальше. Либо вообще третий сценарий, он решил прощупать. Ему понравилось, как он избавился от Пригожина, то есть понравилось ему избавляться, от врагов. И он решил, не посмотреть ли, кто еще там претендует, да, поэтому возник вопрос о том, кто может прийти ему на смену. С тем, чтобы потом оторвать голову, тому, кто его подпирает снизу, с точки зрения народной любви, тоже нельзя исключать. Ну, то есть эти самодуры, сатрапы, кто его знает, что у них там в головах. В общем, да, была вот такая история осенью, да, когда неожиданно Кремль сам вдруг тему ухода Путина вдруг провентилировал. Да, но никакого продолжения у всего этого я не видел, не было. Ну, я, во всяком случае, не видел. Может, и было, но я не видел пока. Может, еще будет. Поэтому я пока все-таки исхожу из общего понимания ситуации, которую я вам писал выше. Не может быть преемника у лидера такого типа, у автократа, который управляет персоналистским режимом. Это особый тип режима, понимаете? Как-то так.
Аба, скажите, на что может давить и вообще апеллировать Путин? То есть какая может быть его предвыборная кампания, о чем можно обещать, что можно говорить в связи с экономической ситуацией, с политической ситуацией в стране? То есть что это могут быть за лозунги, и чтобы поддерживать тот огонек, который горит во всех глазах и в сердцах россиян? Что он может обещать? Мне кажется, что это будет комбинация огромной такой безмерной лжи в части обещаний светлого будущего и репрессий. До сих пор они врали, как бы чуть-чуть стесняясь. То есть они пытались быть достоверными. Ну, чтобы более, так сказать, как говорят, ты ври, да не завирайся, да? А сейчас они, возможно, будут действовать в соответствии с логикой Гитлера, который вот в «Майн кампф» это описал. Люди в малую ложь не поверят, а в большую ложь поверят. Просто потому, что средний обыватель солгать в малом может сам. А вот соврать по-настоящему масштабно он побоится. И поэтому ему просто не придет мысль в голову, что кто-то может лгать настолько сильно, настолько много. Вот. И Кремль, похоже, что он вот этим и займется. То есть будет рисовать светлое будущее, просто не жалея красок. Сегодня я об этом подумал, потому что я посмотрел, значит, на днях у нас там Хуснуллин, я сегодня буквально вот написал в своем телеграм-канале про это. Хуснуллин, значит, это вице-премьер, который курирует строительство, заявил, что к 30-му году, это, так сказать, последний год следующего срока Путина, да, значит, к 30-му году больше половины россиян получат новые квартиры. Значит, ну, то есть абсолютно завирально немыслимая история. Стройка загибается вообще. Да? То есть там строительные компании, они в предбанкротном состоянии, там не с чего так расти. Вот. И спроса платежеспособного такого нет. И нет государства, как денег. Вот. Но вот вообще, на голубом глазу, значит, откровенную чушь несут. И вот я подумал, сама по себе эта чушь, она бы не сработала. То есть даже в соответствии с заповедью Гитлера, вот если бы не было репрессий, и люди бы спокойно могли все это обсуждать, то это бы не сработало. Ну, то есть все равно нашлись бы специалисты, которые на пальцах объяснили бы, что это невозможно. Просто напомнили бы людям, слушайте, мало вас за последние 100 лет государство дурило. То коммунизм обещало построить, то каждой семье по квартире, то Португалию догнать там, а то еще что-то. Да, просто все предвыборные эти программы «Единой России» возьми, так сказать, последних там 25 лет. Вот, и все. Да, и сразу понятно, что это просто еще одна ложь. Вот, поэтому одной лжи мало, надо дополнить ее репрессиями с тем, чтобы люди после просто боялись озвучивать сомнения во всем этом. Понимаете? И тогда у каждого... Вот у каждого отдельного человека, у него, в принципе, сомнения-то будут. Он вот, ну, там, те, кто поумнее, по крайней мере, да, таких тоже встречается немало. Вот, условно говоря, половина населения не купится на эту чушь. Ну, потому что людей много обманывали. Вот, да, большинство не купится. Вот, но поскольку они побоятся свои сомнения в паблике озвучивать, они со своими сомнениями останутся наедине. Да, и в этой ситуации все равно будет червячок сомнений, так сказать, точить, да. Ну, я-то понимаю, что это чушь, ну, а люди-то дураки, в принципе, да, им вот наобещают 3 короба, они уши-то и развесят. А может быть, большинство-то верит, и не проверишь, верят или не верят. Да, это то, что называется спираль молчания, ну, вот в политологии, там, в социальных науках. То есть ты боишься озвучить точку зрения, за которую ты боишься подвергнуться, быть подвергнутым наказанию, ты молчишь, другой молчит, третий молчит, поскольку все молчат по этому поводу, а альтернативная точка зрения свободно циркулирует в социуме, да, то есть все те, кто в это верят, они спокойно говорят, о, да, плюс еще все те, кто на зарплате, да, это в пропаганду вбухиваются огромные деньги. Они тоже будут говорить, о, да, спасибо, так сказать, Владимир Владимирович, наконец-то заживем. Да, и голоса против отсутствуют в паблике, а голоса за присутствуют. И кажется, что все согласны, все поддерживают. И каждый отдельный гражданин чувствует, что он в меньшинстве, боится, свою точку зрения не озвучивает, да. И, соответственно, вот постоянно раскручивается вот эта спираль
одни молчат, другие говорят, и вот это ощущение, что все верят, и вот она, эта точка зрения единственная правильная, она начинает доминировать. И дальше вот это происходит, как Карл Маркс сказал, идея, овладевая массами, материализуется. В какой-то момент это все закончится грандиозным коллапсом, как Советский Союз. Да? Обещали, обещали, обещали коммунизм, ну там в трех поколениях люди изверились, в конце концов, да, и он умер, в общем-то. Ну, то есть оказался просто нежизнеспособен, потому что не было вообще вот нулевой даже поддержки в обществе всего этого, да, и он умер. И когда-нибудь в путинской России это тоже произойдет, но проскочить эту избирательную кампанию вот таким образом, они, я думаю, теоретически смогут. Ну, то есть, повторюсь, без репрессий бы не сработало, с репрессиями может сработать. Но опять тут вот фактор ВСУ, как то, с чего я начал наш разговор, да, а вдруг там какая-нибудь, значит, подлянка со стороны ВСУ, там Херсон какой-нибудь, Харьков, там еще что-нибудь, да, такой, в Белгород вторглись, вот, Пригожин какой-нибудь очередной там сбунтовался, на Москву пошел, вот, и все, а тут Путин ходит там, значит, на горизонте там розовые замки рисует. Ну, он просто тотально неадекватен повестке окажется, да? Что ты нам рассказываешь там, что будет в 30-м году, у тебя тут все горит, да, у тебя войска бегут, так сказать. И все, вся их конструкция может рухнуть в этой ситуации. Вот, поэтому, на самом деле, судьба путинских выборов в руках ВСУ. Хотела как раз последний вопрос задать, вы уже немножко начали об этом рассказывать. Чтобы подвести черту, вообще вот выборы – это в любой стране это какой-то шанс или какой-то глоток кислорода, чего-то нового, каких-то новых изменений. Но вообще о каком-то глотке кислорода, о каких-то изменениях в России, когда можно ожидать? И это какие-то десятилетия еще? То есть вы начали уже говорить, что, нет, возможно, это как Советский Союз будет. Что должно произойти, чтобы Россия хоть маломальски, но начала меняться? Нет, я думаю, ну, она менялась. Вот для того и война и понадобилась, чтобы остановить процессы изменений. Понимаете, я же вам сказал, путинский рейтинг упал в два раза за несколько лет буквально. И продолжил падение. Значит, рейтинг «Единой России» во время последних думских выборов, ну, реальный рейтинг, он был ниже 30. Ну, то есть между 25 и 30. Вот. Несмотря на всю эту пропаганду, несмотря на всю ту ненависть, которую на Украину и на Америку выливала российская, значит, пропагандистская машина, симпатии к украинцам и к американцам росли и превысили половину. Большинство уже было настроено по отношению к украинцам и к американцам позитивно. Вот. Эти процессы приостановлены с помощью войны и с помощью репрессий. Вот. Но по-настоящему легитимизируют ведь не репрессии, не вот эта ложь, обещания лживые. По-настоящему легитимизируют успехи. А успеха уже нет ни на фронте, ни в экономике. Да? Поэтому это все равно будет, несмотря на все усилия пропаганды, это все равно все будет гнить, так сказать. Да? Вот. То есть внешне это будет, ну как колосс на глиняных ногах, внешне это будет некая внушительная конструкция, да, которые потом вдруг в одночасье рухнут. Ну, как Российская империя в 17 году. А как путинский режим, ведь это же было видно во время Пригожинского мятежа, он тоже на песке стоит, в общем-то. Да, значит, если бы Пригожин был настроен чуть более решительно, если бы он был, ну, он строго говоря, не был оппозиционером вообще, да, он был плоть от плоти, так сказать, режима. Если бы он подтолкнул, если бы он пошел дальше, ну, если бы понимал, зачем ему нужно, и пошел бы дальше на Кремль, да он Кремль бы захватил. Никто бы его там не остановил. Реально в стране такое было бы двоевластие, либо вообще хованщина такая. Путин под диктовку Пригожина бы правил. Вот как почитайте, как это было при юном Петре в конце 17 века, вот хованщина. И поэтому вот Пригожинский мятеж тем и хорош был, что он продемонстрировал всем внутреннюю, так сказать, пустоту этого внешне вроде бы такого страшного режима. То есть первая демонстрация была, значит, организована ВСУ, вот, а вторая демонстрация была организована пригожинцами. Ну, как говорят, знаете, Бог Троицу любит. Вот когда эта Троица произойдет? Ну, в общем, это ненадолго. Несколько лет максимум.